мира, завтра стран мира, установили с собой контакты, и создается такая большая, позитивная человеческая сеть очень талантливых людей. Это очень важно, эта сеть с каждым годом все больше и больше развивается. Я хочу пожелать всем участникам новых творческих идей, взлетов, креативного такого креативной деятельности во время этой олимпиады. Ну и, конечно же, установление новых дружеских связей между вами и продолжение такого творческого дружеского взаимодействия. Я хочу поблагодарить компании-спонсоры. Это известные IT-компании, представленные на баннерах в нашем зале, их много, и они проявляют все больше и больше интерес к нашей олимпиаде, и это понятно, они проявляют интерес к талантливым будущим своим сотрудникам, потому что кто имеет более качественный человеческий капитал, тот проигрывает в любых соревнованиях, в любой конкуренции, одновременно в таком очень конкурирующем, конкурирующем мире. Я хочу поблагодарить нашего постоянного спонсора и одного из создателей нашей олимпиады Ивана Плотникова. Он с нами. Создание проведения такой олимпиады все эти годы. Иван с нами делает все, что может для развития такого нашего движения. Я хочу поблагодарить наших партнеров из различных научных учреждений Украины. С нами сегодня академик Александр Васильевич Палагин, директор института. С этой дружественной организацией мы выполняем многие проекты все эти годы. Мы выполняем также и этот проект, как и ОКР. Дорогие участники олимпиады, успехов вам, успехов на этой олимпиаде, успехов в вашей будущей блестящей карьере. Желаю вам.